хочу предостеречь тех, кто вновь попытается организовать какие бы то ни было провокации против наших военнослужащих. Нами уже приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих и авиабазы. Она усилена новыми авиазвеньями и средствами ПВО. Все действия ударной авиации ведутся под прикрытием истребителей. Приказываю действовать предельно жестко. Любые цели, угрожающие российской группировке или нашей наземной инфраструктуре, подлежат немедленному уничтожению. В то же время глава государства призвал военных по возможности сотрудничать со всеми силами, которые сейчас сражаются с террористами в Ираке и в Сирии. Так Владимир Путин отметил, что уже удалось наладить взаимодействие с некоторыми подразделениями вооруженной оппозиции действующему президенту страны Башару Асаду. Около 5000 солдат так называемой «свободной сирийской армии» уже сражаются вместе с правительственными войсками против террористических группировок и получают поддержку с воздуха от российской авиации. В целом, по словам верховного главнокомандующего, операция в Сирии показала высокий уровень готовности российской армии. Во многом достичь его удалось благодаря многочисленным внезапным проверкам, которые проводятся последние 3 года. В то же время, по мнению президента, боевую подготовку необходимо усиливать. Как отметил в своем докладе министр обороны Сергей Шойгу, российская армия вынуждена отвечать на современные вызовы и угрозы. Только за последние годы военный блок НАТО пополнился еще 12 странами и продолжает приближаться к границам нашей страны. Только за этот год в странах Балтии, Польши и Румынии натовский контингент увеличился по самолетам в 8 раз, а по количеству военнослужащих в 13 раз. На их территории дополнительно переброшены до 300 танков и БМП. Развертываются комплексы противоракетной обороны «Иджис Эшор» в Румынии и Польше. На территориях Бельгии, Италии, Нидерландов, ФРГ и Турции сосредоточено около 200 американских ядерных авиабомб. Предусматривается их обновление. В различных степенях готовности содержится 310 самолетов-носителей. Поддерживать боевую готовность на высоком уровне российской армии помогают и новейшие образцы вооружений, которые поступают на вооружение в этом году. Это и новые стратегические ракеты, и подводные лодки, бронетехника, автомобили. В целом, по данным министра обороны, уровень новейших вооружений в армии уже превысил 30%, а в некоторых родах войск уже превысил и 50%, что абсолютно соответствует плану перевооружений, принятому вплоть до 2020 года. Валерия. Михаил Акинченко о заседании.